Минуло два дні чемпіонату України з бадмінтону, який проводився в спорткомплексі Міжнародного гуманітарного університету. По завершенню турніру найкращі спортсмени були нагороджені медалями. Президент Одеської федерації бадмінтону Валентин Федоров привітав переможців чемпіонату. Також він наголосив, що нова влада має турбуватися передусім про спортивне життя нації, як це робить Українська морська партія Сергія Ківалова. Вы знаете, к сожалению, в последнее время Одесса славится именно тем, что у нас не развивается спортивная инфраструктура, а каждый день строятся новые и новые высотки. Но именно на 8-й станции Большого Фонтана усилиями лидера Украинской морской партии Сергея Кивалова построен замечательный спортивный комплекс, в котором сегодня мы принимаем чемпионат Украины по бадминтону. И это замечательно, что именно Одесса принимает чемпионаты Украины и мира именно здесь. Именно сюда приезжают чемпионы, именно сюда приезжают спортсмены со всех уголков Украины и мира. И именно в Одессу они стягиваются, именно Одессу они видят, именно в Одессе они развиваются как спортсмены. И, конечно же, сегодня особенно приятно. Почему? Потому что по итогам турнира Одесса взяла две бронзы, два золота. Очень приятно, что чемпионом Украины стал, ну, скажем так, наш воспитанник, человек, с которым я лично тренируюсь и который тренируется в стенах Национального университета Одесской юридической академии. Именно поэтому не только Одесса, но и наши замечательные вузы сегодня с золотой медалью. Я всех с этим поздравляю и желаю удачи, успехов и уверен, что те турниры, которые мы проводим, о них будет говорить вся Украина, о них будут говорить все наши спортсмены. Именно Одесса – это центр развития спорта в нашей стране. Віце-президент Федерації бадмінтону України зазначив високий рівень підготовленості спортсменів в умовах пандемії. І, звичайно, висловив вдячність лідеру Української морської партії Сергію Ківалову за комфортні умови проведення турніру. Сейчас мы смотрим финалы, финальный день чемпионата Украины, который проходит в Одессе. Последняя игра, играют ребята, великолепная борьба, хорошая динамика. Жаль, что зал не наполнен людьми. Все мы знаем, что на данный момент карантин, и, к сожалению, нельзя, чтобы присутствовало большое количество ребят, которые могли бы поддержать наших финалистов. Хорошие условия, довольны и тренера, и детки, хороший зал, хорошее покрытие, хорошие условия приема и проживания. Одесса, как всегда, на высоком достойном уровне принимает этот чемпионат Украины. Отдельно хочется поблагодарить президента юридической академии города Одесса Сергея Васильевича Кивалова за теплый прием, за уважение к спортсменам, членам сборной Украины по бадминтону. Приятно удивлены, что Сергей Васильевич Кивалов уделяет особое внимание спорту, подготовке детей и студентов. Мы видим, как он поддерживает не только бадминтон, а и другие разные виды спорта. Тільки за останні два роки Одеською юридичною академією спільно з Федерацією бадмінтону України та Федерацією бадмінтону Одеської області було проведено велику кількість турнірів. І головне – відроджений турнір з бадмінтону «Кубок Чорного моря». Після тривалої перерви змагання проходять на базі спортивного комплексу Міжнародного гуманітарного університету на 8-й станції Великого Фонтану. У минулому році Кубок Чорного моря 2019 зібрав понад 200 спортсменів з 13 країн світу. Прошло все хорошо, место проведения прекрасное. Мы старались провести чемпионат Украины на высшем уровне, как в принципе и получилось. И что нужно сказать? Хочу поздравить одесситов с завоеванными четырьмя медалями, двумя золотыми, двумя бронзовыми. Наши юниоры свою поставленную задачу выполнили. Мы приглашаем всех узнать, как он выглядит, насколько он тяжелый, насколько он трудоемкий и посмотреть, как наши спортсмены достигают больших высот в пределах Украины и не только, и за ее пределами. Головний суддя чемпіонату підкреслив, що гра була запеклою, а перемогли тільки найсильніші. Також він надалі сподівається на співпрацю з Українською морською партією Сергія Ківалова та найспортивнішими вишами Одеси – Одеською юрокадемією та Міжнародним гуманітарним університетом. Встречи очень зрелищные. Почему? Потому что это ребята, уровень мастера спорта и кандидаты. То есть это уровень уже очень высокий. Естественно, что недовольны проигравшие. Победители довольны, а проигравшие, конечно, начинают искать причины, почему мы проиграли. Там судьи, поле, свет, не тот. Ну, это стандартная ситуация. А игры вот вчера были очень такие напряженные и захватывающие. Это были четвертьфиналы и полуфиналы. Сергею Васильевичу большое спасибо, так как он организовал, помог и порешал здесь миллион вопросов, которые надо было в течение там, получаса, часа решить.
Йому велике спасибо, звісно. Самі ж спортсмени були задоволені процесом змагань, а Одеса залишила в них тільки гарні спогади та враження. Класний, це краще, ніж було коли-то, і дійсно круто. Плюс рядом море, це взагалі ще додає антуража хорошого. В ближайшому майбутньому у нас стоїть чемпіонат Європи до 19 років. По 2002 году в Финляндии. Собственно, мы тогда отобрались в одиночке и в паре. И у нас будет состояться из двух частей. Это командный зачет и личный. Собственно, ну и мы там планируем выиграть. Какой секрет подготовки? Ну, тренироваться и тренироваться. Нет, так, никакого секрета тайного нет. Игра в удовольствие, именно поэтому и побеждаю. Когда играешь на какой-то результат, нервничаешь, еще что-то, всегда не получается. Это игра, и поэтому в нее надо играть с удовольствием. Если ты не получаешь от нее удовольствие, ты никогда не выиграешь. Нагадаємо, 3 та 4 жовтня минув чемпіонат України з бадмінтону. За золото змагались найсильніші майстри даного виду спорту. Відомо, що одесити вибороли 4 призові медалі – 2 золота та 2 бронзи. Учасники, гості та судді турніру висловили подяку лідеру української морської партії Сергію Ківалову за допомогу в організації та надання залу в спорткомплексі Міжнародного гуманітарного університету. Чемпіонат України з бадмінтону продовжив плеяду турнірів, що відбудуться на спорткомплексах Міжнародного гуманітарного університету та Одеської юракадемії цьогоріч. Спорт триває.